У вас такой маникюр прекрасный. Ну, даже выглядит противно. Да дорого. Даня, такой весь сычаг в этом видео, я вам... Все напали. Даня, я, конечно, разочарован, то, что вы в дорогом не разбираетесь, это меня... Дешевая. Фу, это дешевая. Мне не понравилось. Часть с чем-то? Коронавирус, дурак. Ну, где там Даня напиться? Я как истинный гурман картошки фри. Можно выкинуть, пожалуйста, за Всем приветик, мои сладенькие! С вами Артур Бабич, и мы на канале Dream Team Show. У меня сегодня два подопечных, это Янгер и Даня Милохин. И сегодня у нас рубрика «Дорого-дешево». Это тебе? Это тебе. Не пробил, не пробил, не пробил, не пробил. На. Есть пробитие. И перед началом этого видео не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, кого позвать в нашу рубрику следующими. А сегодня я буду в роли ведущего. Да, мам. Привет. Тебя мама не учила, блин, что нельзя перебивать взрослых? Сейчас я напали. Сегодня я буду в роли ведущего. Я приготовил для вот этих молодых человек разные блюда. И они с закрытыми глазами должны узнать, что из них дорого, а что дешево. И мы начинаем! Первое блюдо уже на столе, как вы видите, это у нас рыбка. И ваша задача по очереди попробовать рыбку и угадать. Я первый, на ЦУЕФА давай. Давай, ЦУЕФА, давай. У тебя что было? Первый ножниц, подожди. ЦУЕФА, ЦУЕФА. У тебя что? У меня камень. Что у тебя? Камень. О, у меня бумага. Давай. Что у него было? Я первый. Пробуй. Ну что, дорогая? Дешевая. А что, где ты взял вообще еду, которую пробуешь? На столе перед тобой, дебил. Ты что, не видишь? Блин, удивительно, но нет. Давай, теперь твоя очередь. Хорошо. Быстрее можно, нет, я сейчас усну. Это рыба. Я угадал? Браво! А теперь... Остряк. Пробуйте. Я поменял. И вы сейчас, ваша задача угадать, какая... В смысле, он же не сказал, какая она. Так он еще не пробовал вторую. Да, он должен сказать, какая она. Блин, та вкус... Ну, наверное, вкусная. Я не люблю рыбу. Короче, я не люблю рыбу, но, по-моему, та была вкусная. Наверное, она дорогая. А может, сейчас это кажется дорогой. Сейчас я попробую вторую. Я думаю, это дорогая. Где рыба? Давай я скажу. Алло, команда. О, фу, это дешевое. Дань, что думаешь? Я думаю, это дорогая. Это дорогая, а ты? Это дешевое, вот это дешевое, фу. Итак, первый раунд, счет. Поздравляю, мальчики, вы угадали. Реально? Да. 1-1. Становиться на одинаковую. И не забывайте, что в конце этого видео человек, у которого будет шабалов, получит вот этот прекрасный букетик для своего милого парня. А мы продолжаем. Тогда есть повод посоревноваться. Итак, следующий лот. Вот такой продукт. Ребятки, можете приступать. Все, можно брать, лежит? Да, давай. Шоколадка. Молодец. Шоколадка. Молодец. Ха, пацаны, ну вы, конечно, молодцы. Что это такое? Это дешево. А можно вторую это попробовать? Дорогая. Я не понимаю. Давай, пробуй, конечно, пробуй. Ты что думаешь по поводу этой шоколадки? Как она? Да, ну неплохая. Неплохая. Дань? Она вкусная, которая у меня была. Дорогая, там не дешево. Я вас слушаю, Алексей. Нет, мне наоборот кажется, вот эта дорогая, которая у Дани дорогая, у меня дешевая, это вкуснее. Итак, вы уверены? Угу, а это вкуснее намного. Давайте, ребятки, снимайте повязки и смотрите на таблички сами. Угу. Дорого. А, правильно, я угадал? Я вас поздравляю. Я на полпути за цветком для парня. Да, вы впереди. Даня, я, конечно, разочарован, то, что вы в дорогом не разбираетесь, это меня... Конечно, удивило. Ну ничего. Данил Вячеславович, расскажите, пожалуйста, почему вы решили, что эта шоколадка именно дорого? В первую очередь, я решаю, дорого или недорого. Попробовал. Мне не понравилось.
Я пробовал ту, не понравилось тоже, но понравилось больше, чем это. Так что получается... То есть то, что недорого, то должно не нравиться. Угу. Спасибо. Спасибо большое за... У вас такой маникюр прекрасный. Ну а мы? Ну и спасибо, а мы переходим к следующему. Итак, следующий лот – это вот это. Я надеюсь, вы уже поняли. Все, это яблочный сок. Как ты чувствуешь? Я чувствую. Попробовал только что. Давайте, пацаны, пейте. Яблочный сок. Реально? Не допивайте, дайте своему оппоненту. Яблочный сок, да. Куда мне поставить? Обратно ставь. Так, попьем его яблочный сок. Я готов дать вердикт. Значит, это ставьте вот мне. Так. Пацаны, зачем вообще для начала скажите, что, как, где, почему? Ну, здесь сладко, а там не очень. Этот безвкусный. От этого отталкиваюсь, да. Этот вообще какой-то, как будто вода просто с чем-то. Даня, ты скажи, а по запаху? Он отличается чем-то? У меня коронавирус, дурак. Да не знаю, нет, типа, краски по запаху очень сложно определить. А если ты... отличается очень дико, да не знаю. Вот это, если это Даня, то он очень концентрирует, он очень пахнет. А этот как будто вода. Да, то есть ты уверен, что это дешевый, вот который у тебя в руке, да? Вот это дешевый, я уверен, да. Даня, а вы? Так, мы торопимся, так что. Я думаю, справа это дорогой, слева дешевый. Итак, барабанная дробь. Можно снимать? Нет, подожди. Снимайте. А, тут смотри, надо. Дорого. А, ну да, как и было. Это очень легко, на самом деле, было узнать. Это я вас поздравляю. Сказать. Вы на шаг впереди к этому букетику. Напомню, счет у нас 3-2, а мы переходим к следующему продукту. Следующий продукт на наших столах, на нашем столе. И мы начинаем. Давай, приступаем к дегустации. Там нож-вилка. А. Это котлета от бургера. Она дешевая. Сейчас пасть отрежь. Невкусно. Пробуй вот котлету, которую у Данила Вячеславича. Yeah. Такое ощущение, вроде бы мы на каком-то западе, там где руками едят. Нормально, пацаны? Блин, вот у Дани мне больше понравилось. У меня какая-то она хоть и большая была, но может мне просто не понравилось. Ну давай, Даня, что вам кажется? По вкусовым рецепторам, по запаху. Это маленькая и сухая, это толстая, большая, но я не уверен, что она дорогая, не утверждаю, просто у меня такое вот. У меня мнение такое, что это дешевая, та дорогая. Что ты гукаешь, Янгер? Ты типа видел, куда он тыкал? Ну, он сказал это и вот это. Как ты увидел, что он сказал это и вот это? А может вот это и вот это? Чего? Он всегда говорит сначала справа. Нет, я тоже думаю, что большая, ну, типа, большая ж может быть, типа, ну, задешево и много, все возьмут. Да. Хорошо, давай, которая вот у Дани. Ага. Это дорогая будет, а у меня дешевая. Ни хрена, они две невкусные почему-то. Да. Они вообще фу. Может, это две дешевых? Короче, там дорого, здесь дешево. Дорого-дешево. Дешево-дорого, верно? Mm-hmm. Открываем. Итак, Данил Вячеславович, поздравляю. Вы сравнялись вот с этим крашеным. И что скажете, пацаны? Крашеные сравнялись. Блин, на самом деле, ни хрена я бы не сказал, что это дорогая. Мне тоже. Это, наверное, чизбургера обычно. Да, по-моему, по виду. А она вообще не вкусная была, вот эта хрень. Там хотя бы чуть-чуть вкусная. Ну и так, счет у нас 3-3. И мы переходим к следующему продукту. Эй! Итак, ребятки, следующий продукт уже готов к дегустации. Сразу извиняюсь за внешний вид, потому что... Да мы не видим, бро, все равно. А, по барабану тогда. Подожди, тут вилкой надо или руками можно? Как хочешь. Ого. Ставь лайк, если ешь пиццу вот так же. Похрустим. Она почти не перегорела, а все потому, что мы внимательно относимся к нашим YouTube-шоу. Вообще разваливается в руках. Ребятки, прокомментируйте, как вам на... Не нравится, Не нравится? Нравится. Нравится? Кстати, неплохо. Неплохо, да? Запиши рецептик. Давай тоже попробуем. Ну где там Даня на пиццу? А, горячая, блин. Интересно, почему?
Парни, что скажете? Есть какие-то предположения? Странно. Вот это невкусная пицца. Невкусная. Нет, она горячая. Горячая, значит, невкусно. Записывайте. Все дешевые пиццы горячие, я уверен. Итак, вердикты от наших дегустаторов 2028. Дорого-богато вот эта пицца. Дешевая, сердито. То есть та, что была у Дани, это дешево. Да, дешевая. У вас дорогая. Да. Данила Вячеславович, что вы скажете? Данила Вячеславович, что вы скажете? Ваш вердикт. Спасибо. Итак, правильный ответ. Ну, какой? Давай скажу уже. Дешевая, дорогая. Мы вас услышали. Правильный ответ. Снимайте повязки. Я сказал. Итак, мы идем с ровным счетом. Когда мы успокоимся, а ты мне нравишься, а ты краснеешь, когда злишься, еще позлись, пожалуйста. Сколько? 4-4? 5. Мы идем с ровным счетом. 5-5. А даже если он не такой. А если попить что-нибудь, официант? Сок, можно сок, дорогой? А мы переходим к следующему. Итак, следующий лот присутствует уже на вашем столе, поэтому приятного аппетита. Спорим, это картошка фри. Молодец, ты бил лайк. Ставь лайк, если ты тоже знаешь, что это картошка фри. Ну, звучит очевидно. Угу. Я как истинный гурман картошки фри. Нет, тут как будто бы тоже по вкусу, но все равно. Она отличается. Угу. Чем? Одна полностью сухая какая-то, как палку кусаешь. Mm-hmm. А вторая, ну, хоть чуть-чуть чувствуешь, помягче, ну, и повкуснее. А по запаху чем? Я, кстати, все понюхаю. Понюхаю. Она остыла уже, интересно. Да, она остыла и не пахнет. По запаху ничего, вообще ничего. То есть, ваш вердикт? Моя. У меня дешевая, потому что она как палки, это просто жесть какая-то. А у Дани она была такая сочная. Дороже. Ну, не, она в сравнении была дороже. Да, в сравнении, да. В сравнении она просто не будет. Тоже тофтовая. Итак, после 10-секундного размышления от наших экспертов, мы переходим к правильному ответу. Снимайте ваши повязки. Можно? Бро, скажи, что за ответ, я просто не хочу снимать повязку. Правильно, все правильно. У тебя дорогая, у меня дешевая. Правильно, поздравляю. Ага. А, на вид она, кстати, отличается. Смотри, это какая-то маленькая. Смотри. Это... Веришь? Ну, погляди, да. Погляди. Это маленькая, это большая, да. И не та, невкусная все равно. А мы переходим к следующему продукту в этом видео. Для следующего поглощения продукта вам понадобится вот это. Вы сразу не поймете, что это такое, поэтому приятного аппетита. Блин, для чего же это может быть? Я не люблю такие штучки. Не то. Правильно. Возьми палочки и ешь руками. Можно выкинуть, пожалуйста, за хуйню. Фуй, просто невкусно, я не люблю такие. Итак, видимо, Дане очень понравились наши суши, и он сразу готов перейти к ответу. Да, я готов сказать. Подожди. Нет. Я не люблю их. Крутяк. Ну, просто страшно стало есть ее полностью. Даня сказал, что это очень невкусно. Не, я когда откусил, я понял, здесь нет рыбы, как вот, которая у меня, она в рыбе. Там много рыбы, а здесь хрень какая-то. Рис, он дешевле. Дешевый рис. Снимайте, пожалуйста. Мы сейчас искали, где что. А, ну, в принципе, там и так порядок. Угу. Да, я так и думал. Ну, это даже выглядит противно. Спасибо. А, блин, ну это тоже нет. А, ну да, это поинтереснее, это просто... Что мне сказали-то, блин? А, было круто, вкусно. Спасибо большое, что ввели себя как настоящие интеллигентные люди, не ели руками. Не дрались ногами. Получается, чел. Получается, никто его не получает, и в следующем выпуске мы решим, кто победитель. Артур подарит своему парню. А с вами был Артур Бабич, это Dream Team Show. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал,
Ставьте колокольчик, пишите в комментариях, как у вас дела и что вы сегодня делали. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пока-пока. Даня такой весь сейчас в этом видео, я охуел.